книжек много, очень рад, что посетил этот музей. Вот, мало у нас таких структур. Я, в общем, сланцевский крейд. Вот сейчас мне подвесят и будем писать. Как в школе говоришь, сядет какой-нибудь. И все, весь заклад на эту самую, на смарку. Значит, мы с Володей Богатовым стали работать недавно. Вот познакомились на почве этой книги. Вот. Книга замечательная. И вот этот Шкурдинский фактически жил в Сланцевском районе до 60-х годов. Наш житель. Поэтому я туда сделаю добавление в виде приложений. У нас мемуаристику на Долгом озере написали Васильев там. Еще одна Житникова, жители Заручья. С Новоселья женщина писала о партизанских движениях. Там боевые действия велись. Вот я ими занимался на Долгом озере. Фактически Шкурдинский воевал на Долгом озере. И там была база в деревне Говорова, Заговор. Васильев вот описал, когда немцы шли жечь, вот, действия отряда Шкурдинского. Вот. Да, действительно, что-то там негатив, мы его не будем говорить. Я бы хотел сегодня, тем не менее, не о партизанах, а вообще о своей краеведческой практике рассказать. Проблем много. Сегодня здесь музейное агентство, вот, куда-то вот не вижу сейчас, и теперь вот культура. Помощь нужна катастрофически краеведам. Я езжу по архивам. Неделя стоит 15 тысяч минимум. В Питер приезжаешь, надо дорога, кушать, гостиница, съемка 30 рублей, кадр 26. В Псков то же самое. Ребята, книжку Попинино писал, вот она здесь, 5 раз Питер посетил. Вот считайте, если какой-то батюшка даст деньги, то хорошо, а другому нет. А администрация ни сном, ни духом. Вы работали в архивах, что вы смеетесь? Это не смеяться, это плакать надо. У нас есть ассоциация краеведов, я учредитель. Вот здесь они не присутствуют. Ничего, за 3 года какой-то сборник один выбили несчастный, и я туда и не попал. Я говорю, а что это я не попал? А у вас большая. Сторонние люди там редактуру осуществляли. Вот сейчас вот мы, значит, будем печатать через Степанова. Все его тут в Лужане знают. Станислава. Станислав нам книжечки печатает. Вот такие за свой счет шпарит. Вот 500 рябчиков. А, вот это 1200. Шанапцвете. Это моя биография художника. Вот такая. 600 рублей. Сколько я могу на свою пенсию 13 тысяч напечатать? Пусть мне музейное агентство ответит. У нас проблема, значит, пользуясь случаем, вот сейчас пишу. У нас сейчас решили ремонтировать ДК. И туда переносят городской музей. Городской оставьте нам, и тот занимайте. Нам нужна катастрофически народный музей. И нужна еще галерея художественная, я как художник. Картины девать некуда, в том числе и краеведческого направленности. Картины, вот я нарисовал церковь, часовню. И тете Маше, тете Даше, сестре, брату распыляю по России. У меня коллекция гравюр. Забирает Псковский музей. Шаланцам ни сном, ни духом. Никогда деятели культуры не подойдут к краеведу и не спросят, что тебе, друг, надо, сколько тебе денег, что тебе печатать. У меня 15 книг написано, да сколько можно издеваться над пенсионерами. Вот, я веду больше 20 групп ВКонтакте. По каждой реперной точке группа, и туда кидают. Пинино, Зарупаня, Скамья, там Ольгин Крест, ну и так далее. Работы много. Офис надо краеведу, секретарь, мне говорят, участвовать в каких-то грантах. Да смешно, у меня здоровья нету. Мне только писать, писать, писать. Я ночью пишу, потому что днем у меня шило в заднице, я летаю по городу, поездки. Вот сейчас я 1000 отдал на транспорт. А еще кушать надо, вот. Позавчера съемки производили 5 часов, вот, без конца. Вот съемки, писание текстов, вот, ужас сколько. Давайте дальше. Занимался помещик. Оля Никопана. Церквями занимаемся. Тоже табуизированная тема была. Вот.
Это каждая церковь надо архивы посещать. А если деревенские смотреть материал, значит в Выборг ехать, а на какие шишки? Вот. Сейчас по Пенино, значит. Собираемся построить в Пенино музей. Настоятель Смольного собора сказал, мы построим старое здание, восстановим. У него очень много артефактов, у Петра Мухина, вот. Помогали мне книжечку они издать. Я написал 1500 страниц, А4. Вот. Конечно, здесь ужали, в общем, помогал такой Василик, вот, профессор из Санкт-Петербурга. Но есть еще Пенино в 20 веке. Об этой книге, да-да-да, будем, ну, подзабыто. Вот. Администрация печатает книги медленнее, чем мне хотелось бы, чем я пишу. Вот они издали вот такую, в тонкой обложке, 130 экземпляров, по-моему. Вот, я думаю, что несерьезно. Ефим Андреев, наш писатель крестьянский, писал о храмах. Вот. Наши ребята стали уже по моим следам у Степанова печататься, простенько. Вот. Один мальчик у нас в студии «Прицел» напечатал такую книжечку, вот, военная. Слабая, конечно, книжка, в то же время он написал свою автобиографию, историю своего объединения «Прицел». Там уже 400 страниц, там уже серьезная книжка. Один из людей у нас такую вот создал, книгу памяти сладцевскую. Вот она, коротко, без текстов, одни фамилии. Имеет ли такая книга право быть, не знаю. Вот. Конечно, в городском бюджете денег нету. Я оставлю здесь подарок. Вот губернатор дал. Губернатор дал. Вот напечатали 1000 фотографий. В таком духе. Чем же должен современный краевед заниматься? Я очень категорически против был электронных всякого рода книг. Сейчас понял, что это наш выход. Другого нету. Книгоиздание у нас не в почете, бюджет пустой, область ничего не дает. Она даже нас не собирает, краеведов. Какие-то конкурсы для детей проводят, какие-то там дни, это, года туризма, там, года не знаю чего, дети пишут сочинения о войне. А то, что я вот пишу о войне, первая неделя войны, первый месяц, никому даже не интересно. Ребята, 600 страниц. Сам издат. Это серьезно или как? Вот. Чем краевед должен заниматься? Сейчас есть такая штука, как интернет. Вот. Группы надо вести. Самое популярное в России социальный сеть ВКонтакте. И вот не одну группу надо вести кое-как, а по каждой точке реперной. Вот. Есть там 10-15 погостов в районе, значит, надо 15 групп вести по этому погосту. Поэтому я вот этот принцип разрабатываю. Поэтому там много. Социальная сеть ВКонтакте дает возможность документы располагать, ролики располагать. И ютубовские, на ютубе каналы имею. Причем наш краевед должен иметь не один канал, поскольку поступают жалобы, лишь бы американцы рубят. Музыку мы используем, видишь ли. Взял Катюху, поставил, а кто-то имеет авторские права. Две жалобы и твоего канала нет. Мне какая-то подросток с какой-то деревеньки на меня пожалует, что я у ней скопировал ничего не значащий ролик. А у меня там 3000 роликов. Две жалобы, и вот эта девчонка меня забьет. Третья жалоба, мой канал закрывается. То есть меньшинство убивают метров. Профессуру всякую. Кто такой краевед? Это профессор, который сидит на месте. Потому что тот профессор, который сидит в университете, он ни черта не знает в моем районе. Он плавает, он даже, основываясь на архивах, ничего не знает. Я знаком с профессором Алдуниной, которая занималась Александром Васильевичем Дружининым. Она 20 лет ходила там в литературный архив, авторучкой записывала, там на ней измывались в литературном музее в Москве. И вот она о нашем помещике Дружинина написала монографию. Огромную, А4, вот такую. Но на родине его она никогда не была. И это трагично. Я открываю, а там дырки у ней. Она ничего не знает о Заруче. Вот она пишет
то есть Дружинин пишет, мы поехали в Гдовскую Швейцарию. Что такое Гдовская Швейцария, ей непонятно. Я знаю, что это заручье наше, Успенский праздник, знаменитый на северо-западе погост, а профессор не знает. И я начинаю эту тему развивать. А там еще пять персоналей, литераторов, историков с этого места, выдающихся мест. Вот заслуга краеведения в том, что мы раскрутили вот эту Доложскую святую пещеру. Ничего там не было в 2000 году. Крестный ход прошел по дороге, вот, помолились и все. А когда приехало географическое общество Пинчук, вот, приехал Илья Агапов, пещерами занимается, и приехало телевидение какое-то, и еще такой исследователь Лукашов разместил эти самые материалы в сети, и пошел процесс, пошел, теперь там монашеский скит, как и было до революции, теперь люди ходят, вот, конечно, локтями там расталкивают, краеведов не вспоминают, но вот у начала этого все были краеведы. Вот замечательную работу начал товарищ Богатов, поддерживаю всячески, потому что многократно в это Осьмино я стучался в библиотеку, еще куда-то, ни ответа, ни привета. Здесь люди даже занимаются историей там компьютеров, не знают, все такое. Такой музей, замечательное этнографическое заведение, но надо не грантами кормить, а конкретные книжки. Вот описание этого музея. Надо? Надо. Вот уже сказал один выступающий, что уходят музеи. Да, сколько у нас музеев школьных уничтожили в перестройку по телефонному праву. У нас музей героя там Баранова уничтожили, музей в этом, как его, в Доме пионеров, все было сожжено, в помойке ушло, там же большие коллекции фотографий, переписки военной, ну и так далее. У нас был, допустим, музей при авиамодельном кружке, возглавлял его Филиппов такой, ветеран войны, первостроитель Саланцев. Он занимался поисковой работой, все это в перестройку в рамках десоветизации ушло. Нельзя так жить. Надо нашу историю вспоминать. Вчера я, точнее сегодня с утра смотрю, в Пскове Василевские чтения прошли очередные. Я на предыдущих выпусках, денег нет еще на тот сборник. Я звоню ей, хозяйке заведения библиотеки Василева. Что там с прошлым? Я опоздал с текстом о помещице Семевской? Нет, не опоздал, финансирования нет. Еще на прошлый сборник и не выпустили. Какой смысл мне ехать на следующий? Я занят более серьезными книжными проектами. Это целесообразно. Ну, а раз у нас на сборнике денег нет, ну, извините. Вот, значит, здесь мы соберемся, кто был, кто не был. Сборничек выпустим. Товарищ Степанов, который вот наш общий знакомый, лужане его прекрасно знают, Богатого познакомим, будем печататься у Степанова. Хотя бы 6 экземпляров. Вы десяток закажете, я десяток для... Ну, сотню мы выпустим таким. Вот батюшка что-то доклад сделает, разместит, ну и так далее и тому подобное. Был рад со всеми познакомиться. Вот, очень думаю, что надо соблюдать регламент. Вам надо завести колокольчик, хронометраж, тресь и все, свободен. Говорить много будем без галстука, господа. Вот. А то, что хотите в письменном виде, присылайте, будем читать. Это вот такая практика. Вот книги, значит. Вот я эти дарю, а тут мы... Ну вот, работаем так. Ну, всего доброго. Извините за резкость. Я немножко, да, отвлеклась, но Владимир Будько, он действительно у него есть... Я хотела сказать, что я вообще не историк, не музейщик, там, и такой совершенно самодельный краевед. И когда вот мне попадаются его книги, я вижу, какая там глубокая архивная работа, и я очень много у него в этих книжках подчерпываю, поэтому спасибо вам за ваши исследования. Подадите вот книжки, давайте еще, я вам еще, да. Дарю, значит, этому музею и, ну, кому, наверное, другую библиотеки Осьмина. Лужане сами. Давайте общий. Да. Вот.